Масштабное шоу «Ледниковый период» с участием звезд фигурного катания, чемпиона Европы и мира по танцам на льду Ильи Авербуха в дни новогодних каникул прошло в 14 городах Московской области в рамках проекта «Зима в Подмосковье». 5 января полюбоваться выступлениями любимых спортсменов на новый каток возле 10-й школы пришли не только видновчане, но и гости муниципалитета. Решили посмотреть выступления, приехали в гости. А, вы даже не из Видного, да? Да, мы не из Видного, да. Приехали с Карачаево-Черкесской республики. Видновчанка Ольга Ефимова пришла на шоу с дочкой Машей, тоже фигуристкой, пока только начинающей. Я занимаюсь фигурным катанием, хожу на все шоу и даже иногда сама гастролирую. И прямо ждали, что у нас будет видно. Ага, и не испугали вас там ни мороз, даже если был бы мороз, сейчас всего минус 3, мы все равно пришли. Посетил мероприятие глава муниципалитета Алексей Спаски, который ради такого случая тоже надел коньки. Сама идея сделать каток здесь, на школьном стадионе, мне кажется, она себя уже оправдала. И то, что мы можем в очень приличных условиях принять такое шоу, это здорово. Мы на следующий год обязательно откроем такие катки. Локации, я думаю, в Пригороде Лесной, в Дрожжино. На лед в этот вечер выходили Алексей Ягудин, Татьяна Татьмянина, Максим Маринин, Сергей Якименко, Софья Шевченко, Игорь Еременко и другие звезды фигурного катания, а также актеры театра и кино и телеведущие. Публика одинаково горячо принимала как именитых спортсменов, так и фигуристов-любителей из числа участников телевизионного шоу «Ледниковый период». Самих фигуристов поразило количество зрителей, наблюдавших за шоу не только у самого катка, но и с балконов и из окон соседних домов. Люди выходили на балконы многоэтажного жилого здания и наблюдали сверху за тем, что происходит на льду. Это реально дорогого стоит. Очень теплый прием. Нас очень ждут жители подмосковных городов. И очень сегодня повезло с погодой. Поэтому все было замечательно. Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин также отметил важность организации таких катков и спортивных площадок во всех дворах России. Я помню, как, собственно, вот с таких площадок начиналась моя, допустим, так скажем, спортивная карьера. И я сегодня не раз говорил о том, что кто знает, может быть, да, вот мамы приведут своих детей вот сюда, им понравится, они увлекутся и потом уже начнут заниматься более профессионально и в дальнейшем станут кем-то в мире спорта. Несмотря на легкий морозец, даже после окончания шоу зрители не спешили расходиться и делились друг с другом впечатлениями. Великолепное шоу, очень красиво. Они, конечно, большие молодцы. Ну, на открытом воздухе, в общем-то, очень красиво. Не замерзли? Нет. Согревалось, искусство согревало. Ну а шоу «Ледниковый период» из Видного отправилось в подмосковный Клин и другие города региона. Екатерина Борисова, Кирилл Иванов, Евгений Садовский, Сергей Ларин, Константин Брылов, Екатерина Давлятова, Видное ТВ.